На канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещение. Есть. Я думаю, это, ребят, Mortal Kombat. Как не триплет? Но это была ошибочка, конечно, не собирает триплет. Где такую футболку взять, как у тебя? Такую. А такую ты нигде не найдешь, наверное. Ох ты ж, блин. Ну все, ребят. Готовьтесь мне жестко прям помогать, жестко помогать. Ага. Ну, я просто смотрю, можно ли вам в следующий раз доверять. Ладно, частично, на самом деле, там люди писали один. Так что... Так что нормально. Думаю, доверять целом можно. Все вращается и вращается. Элементаль один. Опа, а тут же тяжелее, ребят, тут уже тяжелее. А нет, не тяжелее. Не тяжелее, тут легко. То есть там Элем с пират, верно, это понятно? Как вы думаете, один или два? Да это легко, на самом деле, тут нет выбора. Один, ребят, мы играли с Рено. Пирафайт. И у него было 2-1 нага. Он левелапнул. Что может сыграть ничью с этой картой? Явно не эта карта, верно? И он левелапнул, так что давайте тоже левелапнем. Как едва, ну у нас есть информация то, что... О том, что у Рено на столе... Ну что, ребят, сможем собрать баф-то верно с релаком? Ха? Ты почему капли не поставил? Из-за Элема... Из-за Элема не поставил? Подождите. То есть он подумал, что Элем может прокнуть парзаменталь. Либо дух, и тогда у него будет либо рерол, либо... Либо 1-2 статы, возможно. Он левел пошел. Так, ну мы должны что-то на стол покупать. Наверное, ролл сделаем. Тут чуть слабатым. Это неплохо. Наги 3. Единственное, что бы я ему не отдал, ему будет очень вкусно, конечно. Потому что эта штука для него триплет. Но эта штука, любая там из них, тройка офигенно для него. Кстати, один или два, ребят? Один или два, срочно. Если на первый ход забирал капли, то он мог сделать... Наверное, там два, да? Если он на первый ход тыкал капли, то, ну, в смысле, он забрал капли, он поставил ее, продал и обилку нажал. Ну, я лучше ему трепета дам. Хотя, может, нифига не лучше. Но я решил все равно трепета ему дам лучше. Минус один, ну я же оставляю монету для 2-3 дракона, чтобы он копил. Ну, тройки, не знаю, тоже супер вкусные, так что такое. Так, наги 3, ребята, ну все, поехали. Опа. Ну, ребят, триплет капли. 0 триплета, кстати, Галивикс. Триплет капли, либо лентяй, что думаете? Арслан, можешь озвучить смайлик? Без проблем. А подождите, триплет 1. Хитер, триплет собрал. Видали? В последнюю секунду, чтобы мы такие, блин, а что, может там был триплет капли? Чтобы мы вдруг не следили за игрой, таки смотрим, а у него там один триплет показан. Но нет, нет, нас не обмануть. Безрукавку пора забрать. Давайте. Подождите, он не так плох. Стоит прям все монеты потратить, чтобы его забрать? Минус 3 монеты ради него. Наверное, да, стоит.
То есть поставил так. Это много про атаки на самом деле здесь сейчас. Мы и так просто довольно жадно идем, учитывая, что у нас тут монета идет, и... Желательно, если можно лицо свое подсейвить. Это, кстати, очень плохие тычки, по итогу идут, что-то прям... Это не нравится. И нища, да? Или там... Там двое. Эх. Эх. Все потому, что он сейчас собрал триплет с этого... 1-1 и... Очень много крабов там сейчас сидит. Фак. Минус 9 тащил, ну блин. Ну давайте с этого начнем. Он тебя пробьет, он ничего не пробьет. Смешные существа, там у него был коллекция раковин, так что это он, да? Тем более, вряд ли бы он собирал когда-либо официантку, учитывая, что он левлапал на второй ход, и если бы он когда ее хотел забирать, то он 3-3 даже пошел. Даже так, ребят, даже так. Ой, страшно. Страшно, что здоровье отлетает, конечно, у нас. Но я думаю, это левел ролл, две монеты и купить что-то. Ха! Ну, кстати, раскалыватель не так плох. Бдыщер тоже есть, но, наверное, это раскалыватель. Плюс у него атаки больше, чем у него, поэтому, ну, срабатывать что-то. Чат, мы справимся. Все нормально, мы справимся. Мы классные с вами. Мы с вами мощные. Сработает наблюдатель, если в него безликого дать. Забрать 4 в него, я думаю, что не успеет сработать. Так, ну он атаку качает, что, кстати, что хорошо, да? Камень не дает 4-2 уже. Мурлхом со связи. Так мы пока вообще все ставки, ребят, выигрываем. Арслан, сори, не классно, не уйти, как не классно. Если ты не классно, то сейчас станешь классным. Оп. Ребята. Сыграл ничью. На прошлый ход вышел в левел. Капли, мы знаем, что она была у него в руке. Триплетов ноль, если чё. Что? Что? Дивиголды здесь. Ну, скорее всего, давайте так сделаем. Не пошел. Пошел жесткий геймплей. Ну, мы, если для него оставляем, на следующий поди надо делать левел, собирать триплеты с Элис, как раз таки, ну, шестерки собирать классные, ну, как бы. А как обезьяна появится? Ну, так, будет 6 карт, а потом еще 7-я появится именно обезьяна, которая нам нужна. Эй, это довольно сильно. Давайте то, что мы качали атаку сейчас как раз, вот именно в этом файте решит. Фак. Даже фак. Везде фак. Теперь сейчас нас фак, походу. Или нет? Нормально? Нормально. Нормально, нормально, ребят.
Так, чат, дракона 4. Мы знали, что там есть золотая рыба мясо. Мы видели этот реплет. Мы с вами знаем. Мы с вами знаем. Вот, и меня спрашивали, как же обезьяна-то появится? Будет ли у нее слот? Кто-то же подвинется. Я думаю, в чате освободят место для нее. Смотри, освободили для нее место. А? Кого? Драк, давайте утро. Оп! Я знал, для чего утро нужен. Я знал, ребята, я знал. Погодите-ка, я еще могу сделать. Как не еще один? Ладно, вот так сделаем. Засыпай! На следующий надо будет подродить, ребят, найти еще битбоксера, а потом уже вот это все делаем. Жестко будем сейчас друг друга, ребят, присасываться. Готовьтесь присасываться. Почему я сделал нагу 33? Да посмотри, у нас план жесткий с битбоксерами идет. Так что кто не умел битбоксить, сейчас научится. Подожди, а что такое? Что по тычкам? Вот, а мне как раз вот донат только что кидался же, ну, точнее, недавно. Где-то же вот, всем лузай ничего не сделать, ну, вот, при такая ситуация. Что? Что же там? Седьмой дроп? Где нет седьмого дропа? Или... Да почему самое сложное мне дается? Ты хрен угадаешь? Боже мой, это гениально. Просто лучший Мурлок Холмс, которого вы когда-либо видели. Может его трепет вообще бахнуть пробовать? А вы меня остановите. Вы меня остановите, попробуйте. Я бы вракаре забрал лучше. Пока... А, не, подождите, я должен сейчас забирать. Но если кабабу все равно залочу. Потому что отсюда утр может прокнуть. На него же. Просто это именно то существо, которое Синкобабу нужно, ну, прям офигенно было присасывать. Нужно еще утр. Вернул Якова в пол, на следующий продем. Ой-о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 й. Закрывай с ответы. Гениальный Мурлок Холмс, ребят. Какой у нас сейчас, какая у нас статистика? Сейчас 9-й ход, то есть мы сделали 8, да, получается, ставок. Это у нас что, 8-0 идет? А где ребабл? Ребабл не нужен, когда у нас есть вот эта вот мощь. 8-0, ребят. 8-0, из них советами чата, сколько я этот... Сколько я с советами чата именно выиграл? Ни разу не ошибся. Как 8? Омега это будет мой ребабл. Готово. Слинообразно 3, ребят. Вот сейчас смотрите. Окей, если сейчас выигрываем, вот, то есть это полностью вам отдаю ставочку. Если его выигрываем, ты спросил, все 9 значит будут с чатом. Отвечу песней.
ты с кем я работаю, отвечу песни, ну-ка, прелестки, давай послушаем. Сейчас, давай этот, ряд, один или два, вот что выберете, то и возьмем. Если что, у него был трепет в 5, и в 6 он, я не знаю, мог собрать, нет? 2, 2, 2, смотрите, если что, весь чат голосует за 2. Там не было трепета в 6, но весь чат все равно голосует за 2. Я беру 2. Ка! Молчу, чат. Чат, молчи. Угу. Ладно, хорошо. Неплохо это было, хорошо. Что-то чуть-чуть даже знаете, умеете. Че, посидим-ка и на ход. Да, го, посидим-каем. Гопа сегодня мы довольно сильные. Никто через первую карту сейчас не играет, это ставка. Не, ну не скажи, на самом деле она может играть. Но они обычно в паре играют. Что вот он, что другая эта карта. Где дрон? Ну вот мы нашли, кстати, дрона. Ну вообще все, мне, ну молодцы, молодцы, тут вопросов ноль. Большое, что за что голосовало, то я и взял, как бы, и оказалось прям... Не то, что правильно, прям гениально оказалось, молодцы. Где присоски на бабки? Да, вот присоски на бабки, вот с чатом нужны. Брат-братишка под музыку, находим в магазе просто. Хай. Сэнди Персик, здорово. Так, не, давайте сейчас трек поставлю. Апрельский, твой? Апрельский говорил, в чате написал. Выходи, Арслан, за меня. Работать, потому что я уже устал работать. Я спросил, где же он работает тогда, что он прям, ну, так жестко устал. Кстати, вот. Вот, он говорит, я сейчас отвечу тебе песней. Ну и слушаем, где же апрельский работает. Окей. Ага. Ну, много осталось места. Кто, ребят, хотел бы работать вместо апрельского? Тебя все отлично складывает. Бабл Мурлок? Ты промазал. Не было промазывать. Еще монеты. Окей, ладно, продаем. Утро есть на присоску. Да, присоска прямо сейчас поищем. Нашли присоску. Давайте выиграем савочку и пойдем левел. Хорошо, чат. Говорите, что там. Смешные существа. То есть там, скорее всего, солянка.
Что подходит, какая карта в солянку больше подходит? Кстати, у него может быть как раз-таки тот сетап, который вы говорите, вообще не играю. То есть агем плюс тупой клык и... Клево, да? Все-таки, да. Вот. Мне нравится. Молодцы. Молодцы, но это было несложно. Голову лапнем. Это, ребята, вроде было несложно. Учишь, там смешные существа. Пока, ребят, все это. 11-0 по ставочкам. Ну, решили, что 9 из них благодаря чату выиграли. Взял, обесценил стороны чата. Нет, в смысле, здесь было несложно, но там, где угадывали, ну, там местами было нормально так. То есть, например, здесь с Трофамом могла быть и... агем сетап через какие-то там, может, другие камни. 11 благодаря чату. Ну, 9 мы же решили. 9 благодаря чату. Так, и Саня, твой трек сразу приветственный. Слушай, там не бабочки. Клио. О, стеночка, подождите, стеночка, это может быть хорошо. Стеночка, это нехорошо. Да. Не сработал так. Хотел, чтобы сработал, надо. Сайк. Смешные существа. Ну, кстати, у него уже свинообраза 3 стало. Может, стеночки поснимать, да, и потом у него выкинуть таким образом. Так, с паной мы ни разу не играли. Смешные, ребят, существа снова. Тоже обычно, ну, частенько вместе играют, но... Допустим, это фаланга. Кстати, я этого пережди нашел, возможно, фалангу тоже. Чат голосует за 2. Ну, хорошо, ребят, 2 так 2. Идеально, ребят, все ставочки выиграем. Абсолютно все. Так, что-то не присосок вообще, да нифига нет. Дрон есть. Какие-то эффекты по конца хода или еще что-то подобное. Вообще, кстати, что лучше, омега либо змея? Наверное, змея получше будет. Один 5 карт, да, было бы тоже отлично. Просто продать удвоиться, поставить дрона, да? То есть мы дрон точно хотим поставить, потому что здесь сколько там? 6 присосок? Тут 7 вообще присосок. На нем. То есть лишние 7-7 на него, 6-6 на него, ну и так далее. Да? Там же больше будет, когда последние присоски. На хайп это если легко угадывать, попробую угадать на 6к, так я же не сам тоже угадываю. Омега ребабл, ну так у нас вроде есть ребаблы, потому что здесь машинки идут. Змея с нее проходчик, минус змея. Говорит, все равно его забрать, ну давайте, ладно. Хоть и так сделаем так, ребята, хоть и так сделаем так. Нет проблем. Змейку дрожь, ну то большинство говорило, змейку давай выбрасывать, потому что змейку, говорят, там будет так себе. Кстати, довольно сильно. Что-то он с форток успел набафать. Реально интересно. Папа. Папа. Минус яд. Бабам. Бабам. Кстати, выкинули его, потому что две пятерки выживают. Джакет. Так, спасибо тебе за 100. Трек еще ты заказал. Все, вижу, трек еще поставлю. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, и нам сейчас дают чувака, у которого огромный клил. И еще яды дурацкие, которые сюда пытаются влететь. Нам бы какого-то Лероида найти. Но мы видели пэки, так что просто забираем. Монеты. Все равно берем все присоски, которые дают. Но еще и можно... Но еще и можно Лерой, да, условно поискать. Возможно, я бы лучше подралась тоже в своей смысл.
Вот это, кстати, может быть интересно даже. Наверное, нет, да? Наверное, все-таки нет. Тоже нет. Не стесняйся. Найми кого-нибудь. Ну, да. Брат-братишка, под музыку. Так, мы помнили, что у него есть Пегги. Ну, мы посмотрели, что там есть Пегги, и Пегги у него как раз был именно с со стенкой. Именно Пегги, ну, короче, камни в руку получаются, Пегги дает бафы на Клиф. Возможно, сейчас его продастся, но, наверное, все равно надо Клиф, желательно его с первого слота убрать. Вас не надо, чтобы вы вместе, да, стояли. Если здесь собьется... Вот так можно вообще поставить? Короче, я, наверное, все еще на первом слоте его оставлю, потому что, наверное, на Last Fight должен все-таки Пегги продавать. Ну и плюс, там от его клива тоже тяжело расставиться. Не, он, кстати, Пегги не продал. И он все еще один со стенка. А. Ну да. Хорошо, кстати, минус один. Хорошая тычка для него. У нас это засранец, правда, срабатывает. Ой. Ой, подождите-ка. Ой, я проиграл. Упс. Кажется, Лерой очень нужен. Блочи далеко. Ну, как-то... Я надеялся, что... Ладно, в итоге все равно, да, клива уничтожили. Надеялся, что для него этот, ревалу будет. Так, подождите-ка, чуть не очень хорошо вышло. Так, Рамен и Саня, спасибо, ребята, за поддержку, большущее спасибо. Трек еще я ваши поставлю. Сначала Рамен твой, потом Саня твой. Клип на вторым ставить. Ну, по итогу сейчас можно попробовать. Так, ну мы про эту штуку знаем, давайте роу. Омега еще одна есть, ну, кажется... Все еще, ребят, один Лерой, и все, по идее, проблема решается. Можно, кстати, самим рубаку забрать? У нас есть монеты. Наверное, все-таки надо Омегу продать, да? Еще одну собрать. Просто выкинул, поставил отсюда, такого пытался достать. Поставил две такие штуки, и нормально. Не то, что нужно было. Присоска есть, это лес забирать. Ну давайте все-таки ролл. Ладно, ребят, брат-братишка под музыку, на удачу. Фиг знает, как расставиться, честно. В этот раз вообще бабло сбивает сверху. Первая тычка за мной, но все равно клип летает хреново, да? Так, яд в яд, и тут... И Вакабот сейчас будет с ним справляться. Есть ли у него какие-то шансы? Никогда, да? Никогда, потому что там машинки. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Думаю, это клап-клап, ребят. Почти, ребят, идеальная игра. Все ставочки абсолютно повыигрывали. Вот ни одной, везде монеты получали. И, кстати говоря, подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть.